Лоб в лоб столкнулись два автомобиля в Екатеринбурге. ДТП случилось на перекрестке улиц Большакова-Чапаева. Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» пытался повернуть, но неожиданно для себя обнаружил впереди препятствие — встречную машину «Субару XV». От удара «Шевроле» отлетел назад, перекрыв полосу движения, а «Субару» врезался в металлический забор. Как утверждает водитель «Шевроле», автомобиль «Субару» двигался с выключенными фарами, а потому совершенно не был заметен. Истинного виновника аварии установят полицейские.